Очередной завтрак на природе у нас будет с вот такой вот нугой. Нуга импортного производства, а все, что не русское, в априори уже хорошо. Кофе, как обычно, без сахара. В палатке очень дешевый и, по сути дела, самый нормальный. 380 килокалорий в 100 граммах данного продукта. Сделано в Греции это нуга, и здесь 134 килокалория, в одной штучке. С цитрусом еще никогда не пробовал, но попробуем. В принципе, это же не российское производство, значит, дурным совком пахнуть не будет. Но греки, конечно, могут удивлять. Это оранж и какой-то орех. Больше похоже на пастилу, причем такую подсушенную, но как бы очень классно. Долгоиграющая штука. Быстро ее не прожуешь, ну и это уже хорошо. Она прям ломается вот такими кусками, подкалывается, я бы даже сказал. Очень даже прикольная штука. Здесь у нас консервантов практически никаких нет, кроме лимонной кислоты и диоксида серы. А, и тут еще есть мед и арахис. Ну, ее прям нужно жевать. Прям вообще класс. Так что всем, кому нравятся Жора Бжорычи, кто любит поесть на природе, нежели дома, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Всем пока!